Меня зовут Ничи Карина, мне 10 лет, я ученица 4 Б-класса школы номер 42. Мой прадедушка Яковенко Андрей Антонович пришел всю войну от начала до конца. Он был храбрым и сильным солдатом. Скончался 17 марта 1945 года в Польше от ран. Но он знал, что победа уже рядом. Над могилой в Тихом парке. Над могилой в Тихом парке расцвели тюльпаны ярко. Вечно там огонь горит, тут солдат советский спит. Мы склонились низко-низко у подножья обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас свою отдали. Сохранив в сердцах своих память светлую о них, как продолжение жизни солдат, под звездами мирной державы цветы на ратных могилах горят венками немеркнущей славы.